Ну, еще одна схватка века, по-другому и не скажешь, только уже в суперлегком весе, даже, я бы сказал, в суперпушистом. Это уже не бокс, а и даже не микс-файт, это какое-то мимими, беспощадно и безудержно. Борются спортсмены за звание самого мимимишного бойца. Ну, знаете, есть ММА, а вот здесь, видимо, федерация мимими. Если бы этот поединок был бы так же раскручен, как бой Головкина и Брука, он бы собрал не меньше зрителей. Ну и, конечно, можно было на гонорарах для спортсменов сэкономить, им миллионы не нужны, вот что-нибудь вкусненькое котам бы больше понравилось. Так что давайте вместе сейчас посмотрим этот напряженнейший поединок.